Классический рецепт приготовления индийского сыра панир. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Нагрейте молоко и выжмите чуть-чуть лимонного сока туда, когда молоко начнет сворачиваться. Помешивайте деревянной лопаткой и добавьте чуть больше лимонного сока, или уксус, мешайте, пока молоко не разделится на прозрачную жидкость и мягкие белые хлопья. Промойте полотенце пресной водой, уложите в емкость так, чтобы оно свисало по краям, влейте свернутое молоко. Дайте жидкости стечь. Возьмите ткань за края и приподнимите. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Затем, выжимайте из сыра воду. Теперь выложите его в глубокую тарелку. Накройте сверху блюдцем и поставьте что-нибудь тяжелое сверху. Поставьте в холодильник на несколько часов, если накопится вода, просто слейте. Сыр готов. Можно употреблять сразу, а можно обжарить в течение 3-4 минут в масле. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Молоко 4 литра с высоким содержанием жира. Лимон 1 штука или уксус. Количество порций 4-6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!